Приветствую вас на своем канале. Сейчас хочу вам показать данный жакет. Это я вязала своей дочери. Очень красивый жакет. Я даю вам общим планом. Посмотрите. И очень теплый. Сейчас я вам покажу и расскажу. И расскажу, как я вязала. Так, здесь узор ромбики. Потом в узорах вы можете увидеть, как этот узор вяжется. Я там буду делать подписи, какому изделию, какой узор. Воротник, стоечка. Обратите внимание. Очень хорошо лежит данный воротник. Видите? Так, на двух пуговицах. Жакет очень тепленький. И модно смотрится и красиво. Можно его одеть с юбкой, с брюками, с платьем. Ко всему подходит. Очень хорошо. Вот я вам покажу сейчас, секундочку. С обратной стороны обратите внимание, как все аккуратно. Петли я делала такие поперечные. Вот обратная сторона. Так, теперь шов. Вот в середине шов вязана спинка и две половинки. Потом сшивала иголкой. Так, посмотрите воротник. Воротник привязан на спицах, которые на леске. Это изнаночная сторона. Так, теперь я расскажу вам немножко о том, как я начинала вязать. Начинала я вязать вот снизу, нижняя часть. Сначала спинку вязала, потом уже две половинки передние. Внизу, смотрите, здесь идет поперечная резинка. Вся кофта вязалась с пряжи 80% шерсти, 20% акрила. Так, смотрите внизу, это поперечная резинка 2 на 2. Нижняя резинка связана. Вся кофта связана с двух ниток, резинка связана с четырех ниток. Здесь планка точно так. Идет с четырех ниток. Поэтому она очень хорошо. Видите, как стоит ровно. Узор ромбики. Очень просто вяжется, но в то же время обратите внимание, как красиво смотрится. И кофта очень теплая. Кроме того, что она сильная, она еще и теплая. Точно так на рукаве я здесь провязала тоже резинка поперечная. 4 нитки. Дальше я вязала уже две нитки. Сшито. И вот здесь я сшивала. Сшивала, я уже вам говорила, я сшиваю, когда делаю спуск по пройме. Я не с последней делаю петли, а провязываю две последние петли
А на третьей уже делаю. Так, стойка воротник тоже вязана. Так, подвину немножко. Обратите внимание. Стойка воротник вязана тоже 4 нитки. Стойка привязывалась к готовому изделию. Не отдельно я вязала, потом пришивала, а привязывала. Так. Здесь поперечные петельки. И, соответственно, пуговицы. Все. Край, видите, как хорошо смотрится на планке. Тоже расскажу, как я делала. Так, обратная сторона, сейчас спинка. Так, вот спинка, обратная сторона, воротничок, стойка. Вот, это обратная сторона изделия вязаного жакета. Дочь моя с удовольствием его носит. После стирки он не мохнатится, не это самое, шерсть хорошая здесь. И немножко всего здесь акрила добавлено. Или полиэстер еще немножко. Так, здесь, смотрите, узор везде проходит. Точно такой, как и впереди. И поперечная резинка тоже. Все, если вас заинтересовала эта кофта-жакет, универсальная вещь, красивая, модная, теплая, пожалуйста, заходите на мой канал. Будут даны этого жакета обзоры. Подписывайтесь. Кто подпишется, я дам схему. Всего хорошего. Благодарю за внимание. До скорых встреч. До свидания.